Но другая провокация появилась на сайте агентства «Информнапалм», и она намного серьезнее и опаснее. В общем доступе оказались личные данные 58 офицеров ВКС России, работающих сейчас в Сирии. Фамилии, фотографии, бортовые и регистрационные номера, адреса, аэродромы базирования. Раскрытие этих засекреченных данных может представлять смертельную опасность для наших военных. Слушай, ну я помню, как с этим, с раскрытием этих пилотов тогда было. Вот это было, да, ВКС. Как они тогда подгорели и перепугались, короче. Дебилы. Сами их показали во всех передачах, все бортовые номера показали, фамилии показали. А потом отправляли их в Сирию, этих дебилов, которые в сети постили фотографии, как они туда летят. И знаешь, вот это, капитан очевидность, хочется сказать. Как вы догадались, Холмс, Ватсон, вы дебил, я больше так не могу, блин. Но обратите внимание на флаги, которыми они себя украсили, и отменный английский язык в ролике. Talks about the Russian aggressive policies. Our volunteers analyze and publish facts of the Russian army's participation in the... Все списки российских летчиков, которые участвуют в войне в Сирии, у нас, в принципе, есть. Здесь было сказано, что волонтеры собирают информацию о русских военных на Донбассе и в Сирии. Новый слив так и назывался «Кто бомбит Сирию? Личные данные офицеров ВКС». Пока военный преступник может скрываться под безликими терминами «зеленый человечек», «ВКС РФ», «российский офицер», он верит, что все его преступления не приведут к возмездию. И мы надеемся, что наши публикации заставят офицеров отказаться от выполнения преступных приказов по уничтожению мирного населения. Thank you.